Подарок любителям четвероногих сделал художник Виктор Марков. В Люберецкой картинной галерее он открыл персональную выставку полотен, главными героями которых стали кошки. Среди первых гостей экспозиции оказалась наша съемочная группа. Грациозные, строптивые, мартовские. Кошки вдохновляют Виктора Маркова уже 25 лет. Первой пушистой натурщицей художника стала четвероногая Мурка в далеком 1995-м. С тех пор на холст мастера изобразительного искусства попали десятки усатых-полосатых. Да, кошки, да, можно к ним относиться очень легко, но их грация, их красота, которую вы передаете на своих картинах, она всем понятна, малому поколению и взрослому поколению. Выставка «Мартовские коты» объединила 30 картин. Большинство работ выполнено в технике черно-белой и цветной графики. Сам автор особенно выделяет карандашные и пастельные наброски. Я считаю, что набросок служит основой всего изобразительного искусства. Так как музыка начинается с ноты, вот, надо слышать, понимать ноту. Также надо делать, я считаю, художники должны заниматься набросками постоянно. Виктор Марков – люберецкий художник-рекордсмен. За свою карьеру он принял участие более чем в 300 выставок, а экспозиция «Мартовские коты» стала 41-й персональной выставкой автора. Увидеть ее можно до конца марта. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.